Друзья, рад приветствовать вас. Сегодняшняя новость будет очень для вас полезна. Если вы сталкивались с PayPal и вы заметили, что долларовый или евро кошелек часто блокируется даже на минимальных платежах, там 100 долларов, 100 евро, 200, 400, неважно. Буквально первый, второй, третий платеж, и он блокируется. Почему, из-за чего? Ну, такая уж система PayPal, она автоматически это делает. Нужно подать документы на верификацию, чтобы подтвердить вашу личность, подтвердить перевод. Система это считает буквально любой практически перевод, как за какой-то мошеннический там и так далее, и так далее. То есть какие-то вот такие маневры. Но есть нюанс, в принципе, в этом. Как сделать так, чтобы ваш кошелек работал на долгосрочной основе и не блокировался, как попадал. Как он работал в долларе, как он работал в евро, неважно. Как личный, как бизнес-аккаунт, неважно. Это все, в принципе, есть эта информация. Если вам она нужна, телеграм-канальчик, ныряем. Но не спешите переключать видео, есть точно так же информация. Если вам нужны верифицированные кошельки PayPal, раз есть. Если вам нужны карты, точно так же есть. И также прочая информация, все есть. Не переживайте, все есть, все работает, все отлично, прекрасно. Поэтому ныряем в телеграмчик в описании под видео, в закрепленном комментарии. И вся информация будет. Очень классный телеграм-канал, лично использовал, не ошибетесь, точно вам скажу. Лично что могу сказать от себя, это то, что я уже давно использую PayPal, и действительно ребята дали очень классные советы, полезные по этому поводу. Я уже использую PayPal, наверное, больше 2 лет и не столкнулся ни разу с проверкой, там, с верификацией дополнительно, еще каких-то вопросов. Просто есть нюансы, которые реально вы должны знать. Оно настолько просто, что вы себе представить не можете. То есть, что нам система PayPal говорит? Она говорит нам, что мы можем в день производить до 60 тысяч долларов оплаты. Приема платежей, отправки, неважно. До 60. Но по факту мы можем там, граница у каждого разная. У кого-то 450, у кого-то 1000, у кого-то 1500, у кого-то 2. Ну, максимум до 5, там то, что было, ко мне там обращались тоже за этими советами. И все. И тупо уходит в блокировку на 180 дней, там безвозвратно и так далее, и так далее. Но решение есть, это вообще не проблема, как оказалось. Поэтому, опять же, напоминаю, что чекаем, все в телеграмчике, все есть, проинструктируют, проинформируют, дадут вам нужную информацию, и все будут довольны. Поэтому подписка на канал. Дальше больше, скоро увидимся.